Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Man of Medan. Мы высадились на корабле. Мы потеряли чувака одного, к сожалению. Но так случается иногда, когда тупишь и совершаешь лютые ошибки. Но это не такие ошибки, мол, ты такой вообще весь было очевидно, а ты просрал. Нет, там все было не так. Игра непредсказуемая, и не всегда варианты означают то, что ты думаешь, и не всегда твои решения приводят к предсказуемым последствиям. Это нормально. Это такая игра. А нужно, чтобы люди подыхали, и ты переживал. А подписчики бесились. И мы идем по коридорам. Куда мы идем? Не твое дело. В прошлый раз заявили чувака с кувалдой, с огромной кувалдой. Я все еще подозреваю Флис, что она замешана как-то в этом всем. Скажи, куда мы, блин, идем? Конечно, жалко, что на корабле действия происходят, потому что все локации, ну, чересчур похожи друг на друга. И ты вот идешь такой, и только на это и смотришь. Так, это... Оу! Эй! Назад! Почему? Не трогай! А если бы я раньше это сделал, получилось бы? Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Она его провоцирует, кажется. Набесишь? Стой. Эти уведомления не в тему. Хорошо. Что-то он там увидел и забил тут же. Куда? Сюда. Я уже не понимаю, такое ощущение, как будто я реально хожу просто кругами в одни и те же места. Опять поворот, заворот. Для чего этот коридор нужен? Предназначение его, пожалуйста, какое? В чем прикол? Мистер дядя. Ладно, хватит! Выходите! Черт! Он очень нервный. Крупный корабль проклят. Да. Все так и есть. Можно я это посмотрю? Посмотри. НГ Медан. Курс изменен. Что это значит? Военная частота. Флис нашла капитанскую фуражку с надписью «Г. Медан». Окей. А это курс. Алекс не нашел ничего полезного на камбузе. Джулия дождалась декомпрессии перед всплытием. Понятно. А здесь у нас есть два почему-то предложения. Брэд посоветовал Алексу тщательно все обдумать. Хорошо. Здесь их целая куча. Все раскрыли. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Да я молчу вообще. Уолсон! Ладно, вот это вот голос был совсем неприятный, я скажу вам так. Не делай этого, прошу. Боже. Воу. Боже. О, боже. Вот этот. Этот парень сейчас здесь. С нами. Умер на корабле. Там и остаешься. Да ну.
Бред какой ты несешь. Ну да. Тотальный бред, чувак. Расслабься, все нормально. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Я вот что-то не понял, как они потеряли друг друга. Стоп, кричащий труп. На один секрет. Труп, на чьем лице застыло выражение ужаса. Он выглядит так, будто перед смертью от чего-то прятался. Ольсен! Опять эти звуки. Qu'est-ce que tu fais? M'excuse. Смотрите. О, что это? Прикольные ракурсы. Картина, кстати говоря. Да блин, я хотела увидеть видение. Погоди, я... Видение. Какой грубый человек. Стой, погоди, нет, нет, нет. Ну, пожалуйста. Просто не дает. Ты говно. Ладно, пойдемте. Взял за пароль нам картину. Ее как-то можно увидеть? Все толкается. Пойдемте, пойдемте к картине. Да что такое? Что, черт возьми, происходит? Он сойдет с ума. Что за хрень? Он просто психанул. Он исчез. О, вот это стрёмно. Знаете, когда ты остался один на таком корабле, вот лучше уж ты был бы в плену. Все, мы теперь смотрим. Ха-ха-ха, никто не помешает нам увидеть. Сатаниста с черепом на палке. Ох уж эти сатанисты. А и куда же нам идти дальше? Вот сюда пойдемте. Нет, не получилось. Прикиньте, не получилось. Быстрее надо было жать просто. Все окей. Эй. Ой, простите, нажал. Есть тут кто? Кстати говоря, сдержанность, мотивация, обман, тревога. Обман, я обманщица. Давай ускоримся. Чуть-чуть быстрее топай. О, эти открытые пространства. Не к добру все это. О май гад. Стоп, мы были здесь? Нет, 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 нет. Мое внимание привлекло вот то. Что это? Труп лежит. Да, это труп. Господи, что здесь произошло? Ой, тут целая их кучка. Угу, жетончик. Чарльз Т. Перес. Рекс Перес, Бостон, Массачусетс. Кстати, вот еще тут. А, да, тут раз, два, три, четыре человека лежит. Ну что, пойдемте в эту дверь сходим? Или... По залу может пройти.
Ой. Черт. Ах ты ж долбануться нахрен, что за сучий день? Черт. А вот и наш герой. Так, погнали. Выше нас. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Так, ладно. Короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Давай, выше нас. Встряхнись. Погнали. И вот здесь непонятно... Непонятно, как лучше поступать в такой ситуации. Идти на корабль и пытаться там победить всех. Или же брать лодку, запоминать координаты, если это возможно. О, мы здесь. Вот дерьмо. И звать на помощь. Почему мне кажется, что... Ой, он босой. Он просто голыми ногами ходит. Мне кажется, что лучше брать лодку, валить и звать на помощь. О, мы теперь что-то можем все это пошарить, то, что мы пропустили. Флис! А, это же тот же самый зал, да? Кто здесь? Это очень плохо. Это тот же самый зал, только мы сверху. Кстати, да, остроумие, неуверенность, невинность, сдержанность. Зависть где-то там просыпается. И правильность, или что там было, как называлось? Правдивость, а. Правильность. Че это? Браслет Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Мне все-таки любопытно, Коннор сдох или не сдох. Я же так старался за него. И... Может быть, его подберут все-таки там, не знаю, спасут. Хорошо. Окей, дверь открыта. Блин, а что это за дым зеленый такой? Это сущность? Это адская сущность, она здесь и да, поглощает, она стелится по полу. А, давайте сначала пойдем вот в этот проем. О, блин, не уверен я, что хочу идти сюда. Давайте вот сюда лучше. Но она закрыта, конечно же закрыта, да. Ведь не стали бы они париться и делать такие ракурсы. Скрипты ради того, чтобы игрок просто взял и не пошел, да? Святая Матерь Божья, что здесь произошло? Блин, ну это стрёмно вообще выглядит. Офигеть, они забились в угол и все сдохли от страха. Пехота США, 14-я дивизия. Ребята, вы все тоже они, да? О, я помню, когда я был в лагере, когда, не знаю, мне было лет 10, не знаю, наверное, где-то так. Я был в Крыму, в городе Алушта назывался. Там в нашем лагере вожатые рассказывали нам историю про черного пионера. Но это не парень-пионер, который был чернокожим. Нет, это был призрак. И что, мол, при встрече с ним реально находили тела людей, которые застывали в позе какого-то ужаса.
Мы так шугались, когда нам рассказывали это. Блин, они все... Блин, с ним сразу жесть происходит, да? Никто не ждет. О. Да в жопу все это. Правильно, Брэдли, иди отсюда. Иди домой. Ладно, что это было? Да какого... Да вы что, охренели? Все, самая умная маска. Ну-ка, быстро. А. Что? Это же... Это противогаз, мы можем его использовать. А зачем мы его так напялили? В принципе, мы сможем зайти теперь в самые вонючие комнатки. Стоп. Картина. Что это за звуки? Нельзя смотреть. О, нет, зеркала. Вот не ожидаешь ни от чего. Все что-то дергается. Кто там? Вы заметили, что во всегда, вот в кино, в играх, зло сначала чуть-чуть себя проявляет в маленьких мелочах? Я всегда думал, почему, если в конце фильма... Ладно, простите, сейчас, секундочку. Это Флис! Тихо, тихо, чуть не нажал. Но это же Флис, это видно. Ой, он усиливается как будто. Нет, это не Флис. Молодец, молодец, Брэд. Успокоился. Я думал, почему в фильмах в конце всегда зло по жести начинает идти, коронные удары применять, а в самом начале никогда. Вот просто по чуть-чуть так ми и ми там сзади стоит. Я понял, почему это происходит. Потому что зло должно сначала заставить тебя поверить в него. И только тогда оно может ударить в полную силу. Игры обновляются, отлично. Пришлось выключить нафиг всплывающие уведомления, задолбали. Куда нас ведет? Что это за место? Я могу туда зайти, нет? Нет, не могу. Они рядом. Кто это болтает? Вы знаете, почему-то мы взяли маску, но не взяли какой-нибудь огнетушитель, что-то, чем можно ударить. Защищайте наше будущее. Вступайте сейчас. Что там? Заявка на выдачу снаряжения. Количество и описание. Один респиратор, один фильтр. Служебные расходы? Да. Податель заявки Гордон Янг. Отказано. Причина отказа в случае отказа. Рядовому Янгу уже выдан один противогаз. Он запросил еще один. Так, горчичный газ. И что? Окей, хорошо. Может, они там. Типа я взял его противогаз? Просто так я туда не заберусь. Угу, подпорочка, понятненько. Ага, консоль. Или ящик.
Ай, умница. Не, ну реально, ты знаешь, кто тебе угрожает? Нужно оружие брать. Алекс? Джулия? Эй! Реально, у меня уверенность, что мы просто тупо в ловушку все идем. Вообще не кажется, что мы контролируем хоть как-то ситуацию. Просто для него он сейчас идет искать своих друзей, но по факту он просто тупо подохнет скоро. Опа. Как? Вертолет сюда приземлится? Каким образом? Конрад вызовет людей? Конрад позовет на помощь. Здесь есть что? Что это? А, дверь. Все, я думал, сейчас мы и от него отключимся. Скелет. Скелет. Скелеты? Он же уже видел их. Куда она делась? Смотрите, отличненько. Юзай! Но нет. Юзать? Есть, он взял. Господи, я уже думал, что он будет совсем тупой. Ну-ка, давайте посмотрим. Как посмотреть? Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. Почему? Не понимаю, почему. Похоже, какие-то разборки. Внутренний циркуляр старшему помощнику Фишеру. Сэр, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Мы отправляли радиограммы в указанное нижнее время, но не получили ответа. Угу. Каждые 10 минут получается. Ой. Стоп, погодите, сорянчик. С другой стороны-то. Вот. До 1:40 мы принимали посторонние сообщения в эфире, однако после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиооборудовании. Я изучаю ситуацию и доложу не позже 3 часов. Рядовой Купер, понятненько. В общем, они получали какие-то странные сигналы, да, возможно, инопланетные. Спрыгиваем. Алекс? Оу. Джулия? Да, блин. Кто это был там? Вы видели? Он похож был на этого чувака, который ведет эту игру, грубо говоря. Вау. Хорошо, Флиз, с ней все окей. Курс изменен. Да что? А что мы сделали? Брэд, ты точно знаешь, куда идти? Мы видим альтернативные вселенные. Вот это Брэд. Что тут происходит? Погодите, а мы что, если будем перепроходить эту игру, мы будем видеть и наши решения? То есть,
все решения, которые могут быть в этой игре, они все здесь так или иначе пересекаются. Как эти такие призраки из параллельных миров. Это пулька, да? Стоп, но если я не хочу идти за ним. Это лже-Брэдли. Нам нельзя идти в другую сторону, поэтому идем за ним. Да ладно, да ладно. Успел, Евгений успел. О, слушайте, она очень смелая, по-моему. Успел? Блин, о, блин. Есть, есть, есть. Ладно, интересно, она могла сейчас сдохнуть? Господи, что это? Не понял. Ты как в фильме «Сияние» уже будет, да? Место вроде пустое, но люди появляются, звуки, все такое оживает. Опа, что это? Там труп. А, нет, это манекен. Здесь что-то не так. Как она для тебя объясняет то, что сейчас с ней произошло? Куча трупов попыталась ее растерзать. О, сатанизм, я так и думал. Посвященные должны собраться в тишине, не более и не менее, чем пятеро, чистых разумом и душой. Трое из них должны быть женщинами и двое мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Знаки. Знать, что для волхва и духовного благополучия паствы, прежде чем начнется фестиваль Акрамахамари, ритуал, именуемый Фрейсхея... Простите, я не понимаю этих слов. Дабы избавиться от демонов силами посвященных, далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин. Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сороса с мечами в руках со всем доступным им рвением. Мы стоим впятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой. Пентаграмма. Символ о пяти лучах, великим могуществом. Повернувшись на 90 градусов, изобразить уникурсальный. Пентаграмма есть вера. Протяните меч вперед и низким. Повернитесь, градусов, изобразите... Блин, тут все, короче, в разнобой. Изобразите мечом вернальный знак, олицетворяющий... Фиг знает что. Почтением. Повернитесь лицом к северу. Восторженным голосом вскрикните. Аллилуйя! Да? Или что-нибудь типа такого. Или... Да здравствует сатана. Ладно. Пойдемте посмотрим что-нибудь еще. Давайте не будем торопиться уходить отсюда. Тут есть еще много столиков. Вот, например, здесь я вижу кровь, следы кровавые, мать их за ногу. Здесь ничего нельзя. Давай, Флис, соберись. Так нам туда и надо было, нам нужно сразу сюда. Да погодите, мы шарим. Почему она не идет, блин? Нужно с этой стороны обходить обязательно. Что тут происходит? А, там перегородка. Не, ну это кровь.
Почему я здесь не могу пройти? Почему? Кажись, все. Здесь мы тоже не можем пройти, походу. Тут все очень такое непроходимое почему-то. Ладно, гоу пощупаем. А, это не дверь, это шкаф. Вот ничего более жуткого, чем эта фигня. Оно вот просто надо сейчас. И вот оно того стоило, Флис? Оно тебя утешило? Это всегда так забавно, да, что... Ты знаешь, какая опасность тебе грозит, но ты все равно делаешь такие вот вещи. Вот зачем вставлять монетку в этот автомат? Ну что бы тебе это дало? Зачем? Только больше обстремалось, настроение испортилось. Игрушку сломало. О! Спрут? Кто это? Джулия. С кем она была, непонятно. Они где-то будут тонуть. Ну давай, что это даст нам? Гроб. Найс. Слишком странно. Ну чё, пробуем? Понеслась. Почему бы не открыть, да, этот гроб? Это ж так интересно. Здесь... Все. Вот будь я на этом... Блин, я бы уже паниковал. Я бы так стремался, я бы срал. Что это было? Вон опять этот чел стоит. Кто он? Мы его видели. Fight. Flees vs Satanist. Round one. Хорошо, готовимся жать кнопочки. Нет? Ладно, он был не страшный. Это наши друзья. Они живы. Все окей. Че за нафиг? Кто это? Понятно, это не призрак. Вот оно, вот что мы увидели. Ой, нифига, она утонула. Вы что, прикалываетесь? Куда? Слушайте, я не понимаю, сколько у нее... А, он тоже здесь? Я не понимаю, что происходит, что это... Откуда у нее столько воздуха в легких? Простите, я не понимаю, она не может вечно плавать. А, все, это был сон. Просто сон. Просто сон внутри сна.
Что за нафиг? Так, пробуждение. Паника, хватит, он же тонет. Пробуждение. Давай, давай! Скорей! Я не понял эту сцену, если честно, что произошло-то в итоге. Мы пробудились? Погодите. Стоп. Бежим. До этого. Не понимаю, кто это? Кто этот чел? Я не помню его. Я сначала подумал, что это этот же чувак. Что он как бы сам себя топит, что ей снится, что он сам себя топит. Да, по-моему, так и было. Они же похожи были, как две капли воды. Почему он идет как терминатор за ними? Черт! Он здесь! В чем дело, душа моя? Ты что, подожди, это он и есть, да. Он правда сам с собой сражался? Я вообще нифига не понимаю. А, блин. О, давай, давай, давай. Ничего, не больно, не больно. Ух, я запутался. Опять этот чел сзади стоит. Я его вижу. Не то, что вы его там хитро спрятали. Понимать. Мы расстаемся. Прыгнуть. Черт. Не успел. Не то нажал. Ладно, это ничего страшного. Пойдем. Тут целая куча Алексов. Да что ж такое, не успеваю. Быстрей, быстрей! Так, все, аккуратнее. Ну ладно, пару раз пихнул, это никак не влияет на игру. Как по мне. Да что ж такое. Не везет мне за них. Но Алекс все замутил. Он хоть понимает, что это он же? Он хоть видит сам себя? Есть! Я, бежим. Боже, нам нужно укрыться. Вот так вот непринужденно они все встретились. А уже не получится, да, тем же самым путем, которым они пришли. Ой, какая странная была сцена, здесь у меня вообще мозг полетел. Думаю, да, здесь мы будем в порядке. О, привет. Ну, привет. Это ты там стоял? Мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли?
Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Нет. Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Давай. Ладно, давайте в тот раз мы не брали подсказку. Сейчас давайте попробуем. Просто ради интереса. Ну что ж, как бы сказать. Здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Ну, так скажу вам, что я пока не в курсе, что происходит, и эта подсказка мне не особо как-то помогла. Как я смогу избежать? Я смогу избежать трагедии, если буду успевать вовремя нажимать на клавиши. И вот это точно поможет мне избежать трагедии. А остальное, то, что он сказал, ну вот как-то не особо. Отстойные подсказки, неинтересно. Все-таки я буду думать... Я не буду их спрашивать у него, подсказки больше, мол, заткнись, не спойлери, я сам решу для себя, что это за игра, и о чем тут, и в чем прикол. А все остальное само к нам придет. На сегодня мы с вами закончим, продолжим очень скоро. И если вам нравится, то ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видосах. Не забывайте про мои соцсети, у меня их очень много, все соцсети, что есть, все вот у меня, они, я Зареган там, ссылки в описании. С вами был Юджин, и всем пять!